Вперед, Локомотив Москва! Вперед! Вперед! Вперед, Локомотив Москва! Вкусно и локо! Тима, то запомните дату, 13 мая. Артем Дзюба нужен гол. Только локо, только победа! Вот это поляна, да? Эксперты Матч ТВ, РПЛ и болельщики определяют Винлайн лучшего тренера месяца. По итогам марта это главный тренер Локомотива Михаил Галактионов. Михаил Михайлович, вас поздравляю. Ваш приз, тренер месяца с индивидуальной гравировкой. Хотелось бы услышать вашу реакцию для начала на получение этого приза. Спасибо большое за поздравления. Это оценка не только меня, но и всей нашей команды, всего тренерского штаба. И неоднократно говорил, что это не я, это мы. Да, что мы все вместе, мы одна команда и добиваемся результата и двигаемся дальше. Thank you.
передачи на Дзюбу, пока, я так понимаю, не очень удается зацепиться за эти передачи. Пытается действовать немного по-другому, и же Баринов подходит направо. В чем вот его? Мы хорошо выходим с обороны, поэтому меньше играем на Дзюбу. В принципе, контролируем матч. Но допустили два момента на стандартах, чтобы играть игру, надо действовать осторожно. Oh!
сейчас играю, кайфую, просто получаю удовольствие. Самое главное, что выиграли, и спасибо болельщикам, что пришли. Мысли сейчас только о том, чтобы мы поднялись как можно выше, а не о контракте. Спасибо. Но люди перед игрой, я просто поспрашивал, они все сказали, что хотят видеть Артема. Спасибо, дальше. Мне здесь очень нравится, правда. Я с первого дня здесь как родной, и болельщики очень так тепло, и я к ним очень как-то прикипел, поэтому очень нравится.